Вы будете делать его каждый день. Сегодня хочу поделиться с вами новым рецептом очень вкусного, сочного и необычного салата из обычной моркови с потрясающей пикантной заправкой. Первым делом, конечно же, подготовим морковь. Ее нужно помыть, почистить и натереть на крупной терке. Нам нужна одна большая морковь. Этот салат очень полюбился в нашей семье, поэтому я его делаю сразу много. Вот сколько моркови должно получиться. Теперь возьмем курагу. У меня мягкая, поэтому я ее предварительно не запариваю горячей водой, а сразу нарезаю на вот такие вот полосочки небольшого размера. Это будет чертовски вкусный салатик. Еще один главный ингредиент – редька. Вот такая большая нашлась. Мне нужна будет половинка. Я ее с детства не очень люблю и ем крайне мало, но после этого салата я и представить не могла, что редька может быть такой вкусной. Вообще не скажешь, что она там есть. А вкус интересный и необычный. Нарезаем ее сначала на тоненькие кружочки, а потом на полосочки. Главное здесь нарезать все тоненько. Может, в этом секрет ее вкуса? Хотя, наверное, в заправке все дело. Вот что должно получиться. Теперь заправка. В отдельную емкость выливаем сок половинки лимона, черный молотый перец, немного соли, оливковое масло, сок одного мандарина и 2 чайные ложечки остренькой горчицы. Теперь нужно все хорошенько перемешать до однородного состояния. И будет что-то. Эта заправка нереально вкусная. Уже использовала ее в разных салатах и хочется еще. В большую емкость высыпаем морковь. Теперь сюда же отправляем редьку соломкой, измельченную курагу и выливаем заправку. Осталось только добавить немного специй. Я взяла смесь трав для салата и сухой чеснок. Все хорошо перемешиваем ложкой, чтобы салат пропитался заправкой, и даем постоять пару минут. А пока подготовим еще 2 ингредиента. Берем мандарины, 2 штучки. Аккуратно очищаем от кожицы и делим напополам. Теперь каждую половинку разрезаем на вот такие вот сегменты. У меня мандарины сорта клементин, они очень сладкие, но один минус – много косточек. Их нужно будет все убрать. Но это того стоит. Еще нужен зеленый лучок. Совсем немного, для пикантного вкуса и украшения. Нарезаем его мелко. Берем салатник для подачи и выкладываем наш салат. Он очень сочный, ароматный и такой полезный. Вы только посмотрите на эти яркие краски. По периметру салатника высыпаем зеленый лучок, а в центр выкладываем нарезанный мандарин по всей поверхности. Получается даже как-то празднично. Посыпаем еще сезамом, это семечки кунжута, половинку салата черными, а половинку белыми. И все готово. Можно подавать на стол и наслаждаться божественным вкусом. Этот салат как раз для зимы. Поднимает настроение и своим видом, и вкусом. Попробуйте приготовить и обязательно напишите в комментариях, как вам такой салатик. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока!